Ну, я думаю, это праздник для хоккеистов, и надо к этому относиться как бы к празднику. Мы вшли весь сезон к этому, 60 игр. На первый план выходит просто воля каждого игрока, и воля всей команды, воля всех болельщиков на первый план. И кто, как говорится, кто больше хочет, да, кто больше жаждет этой победы, кто больше настроен на эту победу, тот, я думаю, получает результат, который он заслуживает. Плов – это выброс стопроцентного адреналина. Если в регулярке мы получаем удовольствие, а я получаю его, как все фанаты, через адреналин, будем говорить, на 50%, а здесь 100%. А бывает и 150% выброс. Без болельщиков очень тяжело выиграть и серию, и весь плей-офф пройти без поддержки. Поэтому я думаю, что болельщики в Омске опытные и научены многими боями, многими сериями в плей-офф. Поэтому я думаю, что никаких проблем с этим не будет. И последние игры в сезоне доказали, что люди готовы к плей-офф. Дай бог, чтобы они видели, что команда не просто выходит там на каждую игру с отдачей, а выходит играть именно для этих людей, которые приходят на трибуны.